Время новостей на четвертом канале. Здравствуйте. В студии Юрий Яговкин и Вероника Медведева. Самые важные события этого дня прямо сейчас. Снежок. Пушок, снежок. Лапушка. Хороший песик. Не могли оттащить. Агрессивная хаски нападает на жителей Мичуринского. От злой домашней собаки пострадал 7-летний мальчик. Если справа у нас кювет, слева отбойник, и вас по узкой дорожке несет и мотает, тогда тормозить не стоит. Почему мы оказались не готовы к снежному апокалипсису? Как выйти из заноса и на кого рассчитывать, если застрял на заснеженной трассе? Уральцы покорили пустыню и завоевали серебряного бедуина. Команда Сергея Корякина заняла второе место на Дакаре. Общаемся со звездным экипажем студии. Ваша задача – нарисовать звездочку на машине. Военная легенда на ходу. Посмотрим, как на Урале готовят к параду танк, освобождавший Прагу. И в начале выпуска коротко о зубастом соседе, который держит в страхе весь микрорайон в Екатеринбурге. Речь идет о Мичуринском. Екатеринбуржцы жалуются на домашнего питомца и говорят, что он по-настоящему опасен. Да, собака породы хаски сбежала из частного дома и укусила 7-летнего ребенка. Мало того, агрессивно она себя вела и по отношению к остальным окружающим. Чтобы никто не пострадал, местные жители загнали хаски на ледовый корт и заперли. Давайте посмотрим.